Всем привет! Продолжаем рассматривать скульптуры, картины. Луис Монрой, «Милосердие римлянки». 1873 год, холст, масло, 244/173. Достаточно большая картина по размеру. Сюжетом картины стал эпизод из истории Древнего Рима, приведенный в сочинении писателя первого века Валерия Максима или Максима. Достопримечательные деяния и высказывания. Запоминающийся моральный пример почтительного отношения к родителям. Пожилой человек был оставлен в заключении без пищи и страдал от голода. Дочь, пришедшая навестить осужденного отца, как ребенка накормила его молоком из своей груди. Поступок молодой римлянки по имени Перо считался образцом проявления дочерней любви и милосердия. В новое время эта история относилась к числу наиболее востребованных в живописи сюжетов. Холст с успехом демонстрировался на выставке в Новом Орлеане в 1884 году и стал одной из наиболее известных работ выдающегося выпускника Академии Сан-Карлос Луиса Монроя. Ну вот такие данные нашел я в интернете к картине «Луис Монрой. Милосердие римлянки», данные по тексту книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.